По этому рецепту вы сможете приготовить икру из помидоров на зиму. Раньше это блюдо было предметом особой гордости национальной кухни. Это классический рецепт приготовления икры из помидоров на зиму. На самом деле, икра готова к употреблению уже через пару-тройку часов после того, как вы потушили овощи и размешали их блендером. Но мы ведь делаем консервацию на зиму. Важно хорошенько простерилизовать банки. Если это банка объемом 0,5 литра, на ее стерилизацию хватит 15 минут, для литровой нужно 25 минут. Досматриваем ролик до конца и записываем ингредиенты. Чистим и промываем сельдерей, лук, чеснок, морковь, натираем на мелкой терке, тушим в глубокой сковороде на оливковом масле. Постоянно помешиваем, чтобы овощи не пригорели, тушим минут 10. Нарезаем помидоры мелкими кубиками, кидаем в сковородку и тушим еще 10 минут. Промываем базилик и сельдерей холодной водой, мелко нарезаем листья. Вкуснее тем, кто подпишется. Зелень кидаем в сковороду, плюс доливаем томатную пасту. Добавляем по вкусу соль, сахар, перец и тушим еще 10 минут, постоянно помешивая, пока блюдо не станет однородным. Теперь пройдемся по икре блендером, чтобы измельчить овощи. Стерилизуем банки, в которые будем заливать икру. Заливаем икру в банки и сразу закручиваем их. Переворачиваем банки и храним их 2-3 суток накрытыми теплым одеялом. Жду ваших лайков и комментариев. Вот что нам понадобится. Лук, 2 штуки. Морковь, 1 штука. Чеснок, 4-5 зубчиков. Перец салатный сладкий, 2 штуки. Помидоры, 500 грамм. Корень сельдерея, 100 грамм. Базилик, 3-4 штук, ветки. Сельдерей, 5-6 штук, листиков. Оливковое масло, 100 миллилитров. Соль, по вкусу. Сахар, по вкусу. Черный молотый перец, по вкусу. Кетчуп, 1 столовая ложка. Количество порций 3-4. Комментируем, лайкаем или дизлайкаем, подписываемся, чтобы не пропустить новые вкуснышки моего канала. Приятного аппетита, приходите еще.